Дель Торо, который играл его в фильме про Че Гевара. Он просто жирный хохол Че Гевара оказался. Вот это было разочарование вообще всей моей жизни. Посмотрите на его внешность. Разве тот дробовик не был в самом начале списка рарных пушек у тебя в ящике? А разве был? Sounds like you can handle yourself. But I worry about those guys throwing a wrench in the works. If you're worried about Winlock and Barnes, don't be. They couldn't kill a squirrel with a rocket launcher. Now what about you? How do I know I won't end up with a bullet? Concur. You don't. That's part of the risk, right? Сейчас я закадрю паренька. 250 крышек, торговаться я не намерен. По рукам? Черт, надо было наверх нажать, я случайно мискликнул. Черт, а. Так, Пайпер. Так, стоп. Пайпер, как бы отправляю... Не-не-не-не-не. Пайпер отправляю в Санкчуэри. Подтверждаю. А сам такой, Пайпер, стой. Стой. Пойдем. Такие они милые, ребят, вы видели этот диалог? Ладно, Магриди. Я вот не знаю, куда тебя отправить. К тёлкам, наверное, на стоянку. Давай. Дробан лежит на пирсе в легендарном супермутанте. Ты его не взял. Ну у тебя и память, чувак. Ну у тебя и память. Че Гевару друзья звали Боровым, потому что он ненавидел мыться. Слушайте, а может тогда я больше похож на Че Гевару даже? У нас есть что-то общее. Ксюх, по-моему, очень жарко, не? Счастья и удачи. Спасибо за... Я не... Спасибо, Дюн, но мне как бы не хочется строить деревню. Максимум, что я могу делать, это улучшать свою заправку. Ты же Макриди ненавидел в Fallout 3. Ну, меня висело поговорить с Макриди в заданиях. Надо было убрать эту фигню. Пусть тусуется с бабами. То есть инфа 100%, что верхний дробовик не в, в ящике, это не то, что мне нужно. Так, ладно, все, поехали чистить склады. Интересно, как к этому Пайпер отнесется. Она же любит, когда я замки ломаю. Но с другой стороны, это красный замочек. Музыка класс. Ну, мне надоела музыка из игры, да. Но дорожное радио сегодня не радует, прямо скажем, как это говно гоняют. Пошел вон. Пайпер, это не понравилось? Почему? Нормально же все. Тихо, Пайпс. Тихо. Надо будет еще где-нибудь этих найти. Платьев женских. Дорожное радио представляет. Блин, Пайпер сейчас вонять будет. Слушай, стой тут. Стой тут. Реактивный молот, да, прикольно выглядит. Она все равно будет бадхертить, она будет видеть мои кражи. Нет. Надо было с заднего начинать, наверное. Хотя нет, нормально получилось. Отступаем. Ain't foolin'.
Телепортация на второй этаж. Телепортация за стену. Блин, тут еще один стоит, кто бы мог подумать. Единственная трудность, которая со всем этим связана, это то, что я понятия не имею, как мне ориентироваться, где я вообще нахожусь. Вот на каком я сейчас этаже, в какой части карты? Очевидно, что на последнем. Это было достаточно жалко, я надеялся на красивый удар. Так, винты. Рекомендую Воронежское радио Борнео. Там русская, две английских песни, в конце часа классическая музыка. Ты что ли владелец этого радио? Как думаешь, будет ли Fallout 4 на свободное? Да, уже есть такой мод. Мэтт, почему-то блинкуешься, бац, и пишет 0%. Попадание должно писать, ну, потому что я могу. Найди в себе силы, поверь в себя, види цель, не видя препятствий, ты сможешь так же, дружище. Просто ты должен поверить в себя, убрать границы. Знаешь? Границ нет, брат. Ты еще спроси, почему он меня не увидел сейчас. Блин, 38-й, мне даже лень собирать, я не знаю, они ничего не весят, как бы их можно обменивать на крышке. Один к одному, но мне так лень, так лень. Думаешь ли ты дать когда-нибудь Макриди шанс? Все возможно, никогда не говори нет. Я сделаю еще более ужасную вещь в этом прохождении, в которую я даже поверить не мог. Ладно, пойдем. На самом деле, Russian, это даже быстрее было бы. Поэтому, наверное, я с пистолета пройду с остальные склады. Это слишком долго. Думаю, так, это я уже читал. Оформил подписчику. Приветствую, Бент. Одному дома спать стрёмно, стримы Мэда спасают. Я сам, когда один остаюсь дома, мне тоже стрёмно, короче. Я реально маленький, боящийся всего мальчик. И я действительно включаю иногда стримы разных людей. Блин, какую-то ферму помочь защитить. Ну нахрена она нужна? Не знаю, эти фермы, они как бы откалываются постоянно от нас, потому что я не хожу их защищать, но мне, честно, вообще неохота защищать эти дурацкие фермы. Мне кажется, ну типа, я изначально должен был в каждой из ферм турели ставить, но раз уж я этого не сделал, то хрен бы с ними, а. Как ты выжил? Можно тебя спросить? Читер. Видимо, успел все-таки среагировать на то, как я напал на него, дружаня. Так, перегруз, да. Держи хлам. Эй.
Блин, и хлама-то нету почти. Дайте выпьем что-нибудь. Вискаря начнем бахнем. Вот Кейт всегда нравилась, когда я бухал на задание. Ой. Пердак. Извиняюсь, что плюнул. Микрофон уж больно забавно, он улетел. Чё он там говорит? Он это серьезно? Я ведь приду за ним. Эти как-то меньше наркотиков у себя имеют. Те гангстеры мне больше нравились. О, шапочка. Оказывается, частью головы является. Прикольное местечко. Почему они отлетают на километр от выстрела с маленького пистолета? Ты просто не представляешь, какой безумный урон у этого пистолета. Это одно из самых имбовых оружий в игре. Спит? Красавчик. Повысим статистику, так сказать. Нет наркотиков, да? Погнали отсюда. Фалач не прошел проверку на шапку. Кстати, да, я не ожидал этого совершенно. Я думал, что все нормально будет, когда стрелял. То есть я думал, урон не пройдет, но... В кончик шапки попал и урон засчитал. Надо было, чтобы Илья устроил общение с подписчиками, как это недавно делал Вилав Геймс. Зачем? Я и так общаюсь с вами через чат. К тому же я вас ненавижу, а Вилав Геймс любит, наверное, свою аудиторию. Нахрена мне с вами общаться? Хотите общаться, он идите к Вилав Геймс. Общайтесь. Я-то что делаю во время стримов, типа не общаюсь, что ли? Ну и дебилизм. Мне в жизни хватает общения, ребят. Песни просто отвратительные, да, я согласен. Дорожное радио не радует вообще ни капли. Ой. В каждой строчке только точки. Неожиданно. Можно сказать, мы оба стелсили. Но не сумел. Но не сумел. Вот кого там тёлка сегодня бросила? Приедь к ней с этим самым... С радио и поставь эту песню. Держи его над головой, короче. И она тебя простит. Он так заскулил, мне аж неловко стало. Давай, нарезай, Пайпс. Надо ей тоже, на самом деле, глушак поставить. Зря я на самом деле не обузил эту штуку с пистолетами, но что-то так лень. Что-то так лень было.